Компания Ford одной из последних выпустила на рынок компактный кроссовер The Last But Not The Least. Кинетический дизайн пришелся в пору модели Kuga, первому кроссоверу европейского отделения Ford. Современный, спортивный и даже немного задорный внешний вид, несомненно, привлечет внимание покупателей. Салон почти полностью копирует модель Ford C-Max, но и владельцы фокусов найдут здесь немало привычных деталей. Сиденья обтянуты комбинацией из разных материалов. Пластик панелей достаточно мягок, а руль обит кожей. Все это создает удобное рабочее место для водителя. Кстати, настройки электроусилителя руля можно менять через бортовой компьютер, от комфортного до спортивного. Зажигание включается специальной кнопкой, найти которую не всем удается с первого раза. Из минусов отметим бликующий экран магнитолы и длинный ход рычага коробки передач. Задняя часть кузова расположена выше, это позволяет пассажирам смотреть на дорогу поверх подголовников. Заднее сиденье достаточно просторно для автомобилей этого класса. Комфорта добавляют широкий подлокотник и откидные столики. Крышку багажника можно открыть по частям, либо все целиком. Сам багажник достаточно мал, но небольшие предметы можно также разместить под днищем в удобном органайзере, рядом с запасным колесом-докаткой. Горловина топливного бака сделана без крышки. Практичное решение, позволяющее не пачкать руки. Проблемы в виде грязных рук может вызвать элементарный залив стеклоомывающей жидкости. Открывать капот приходится коротким жалом из электронного ключа. А ведь здесь далеко не всегда так чисто, как сегодня. Неудобно. Kuga построен на одной платформе с такими моделями, как Ford Focus и Mazda 3, и в его поведении на дороге немало от легкового автомобиля. Мы взяли на тест Kuga с 2-литровым дизельным мотором и ручной коробкой передач. Кроссовер разгоняется до сотни примерно за 11 секунд, хорошо управляется и лишь немного кренится в поворотах. Для дизеля двигатель работает достаточно тихо, но все же его шум слышен в салоне существенно громче, чем у бензинового аналога. Первые три передачи достаточно короткие, что заставляет в городском режиме постоянно выжимать сцепление и переключать скорости. Подвеска не скрывает изъяна дороги, но ее упругость многим придется по душе. Внедорожных режимов у фордовского кроссовера нет, но преграды в виде сугробов и бордюров проблем не вызовут. При пробуксовке переднеприводный автомобиль моментально отдаст на заднюю ось до половины усилия. Kuga обладает современным набором систем активной и пассивной безопасности и получил максимальные 5 звезд во время краш-тестов. Современный, сбалансированный, привлекательный автомобиль под маркой Ford мог бы стать сильным соперником для Nissan Qashqai. Однако при цене от 950 тысяч рублей он попадает в другую ценовую группу, где конкуренция значительно выше.